Ну, я не ангел. Вот. Крылья у меня не висят там в коридоре. Есть люди, которым я знаю точно, что я не нравлюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. Это все-таки серьезные такие шаги. Адреналина маме уж точно хватало. Я часто думаю о смерти. У меня никогда, наверное, не было такого, чтобы какой-то... Ну, кого-то типа отделяли, то, что кто-то родной. Она вся изранена теми, кому отдает любовь. Я, конечно, честно говорю, переоценила себя в некоторых моментах. Она любила, ну, как бы любит людей. Я просто не знаю, как по-другому жить. Что смешного, правда? Программа «Обернитесь» 12 апреля в 18:45.